слышу. Да просто насыпьте туда слева, справа по посадке, хай, блядь. Да. Уебают нахуй, блядь. БК один хуй тебе, хай по ним не выпить. Насыпь. А еще трошки за горизонт зайдет. Машина. Она, блядь, они. А в любом случае разворачивайся, это пушка, если туда что-то будет, блядь. Там, кстати, мужики, если надо, он та, которая в кувете лежит, она, блядь, целая. А там же еще я? А? Своего ДВ выпускаю. Да, ты не Фамилия твоя какая? Фамилия, говорю! Громче! Откуда? Узбекистан. Узбекистан, блядь. Узбекистан. Держит там? Да, да, да. Да хуя вас тут? Сколько человек с Узбекистана приехало, блядь? Вдвоем. Москва была, отправлена туда. С Москвы? Да, без документов, работали, стройка, сюда отправил. Я понял. В машине сколько было? Машина 5 человек. Кто старший? Старший, имя, не знаю. Звание какое? Позывной? Позывной. Как старшего звали? Техник, по-моему. Техник? По-моему, да. Где вы ночевали эту ночь? Точно не знаю где. Да хуя вас там еще? Нет, 5 человек было. 5 человек, техника была с вами? Да. Что за техника? А, машина, говоришь? Которая вот эта машина была, больше ничего не было. Семья есть? Мама, отец не хочет. Я должен был брать сюда, отправил меня. Я без документов 5 лет работал. Понятно. Да не ревите, блядь. Я никому форма не стою. Форма такая чистая. Да, не только-только, походу. Да, я хотел сюда приехать. Не хотел, да? Вон, твоего кента, нахуй, блядь. Отправил сюда. Эй, заключенные, что ли, что тебя отправили сюда? Без документов были. Посмотри, ты спасал. 5 лет. Без документов работали. Уже фарму, блядь. Все, в Буче был, дружок? В Киевской области был? Нет, нигде не был. Нет, нигде не был. Только нам приехал, понятно. Самарканд, да? Давай, вот туда. Самарканд. Самарканд. Из Гене, брат. Пулемет. Да, блядь, блядь. Волк, волк, я док, прием. На связи. Ты понял, потянешься. Плюс иду. Чтоб была, блядь. А ты нас спросил, блядь, что мы... Не-не-не, он говорит, что он в России был. Ты в России, блядь, я тебя... Узбекистан, чувака, редут второй нахуя день, минометная батарея. В страну, блядь. Помимо того, что ты приехал сюда за деньги убивать людей, блядь. Дальше что, блядь? Ну, твои дальнейшие действия. Ты, блядь, захватил Украину, повалил нацистский режим. Дальше, блядь. Ну, мысли давай, рожай быстрее, блядь. Имя, фамилия. Имя, фамилия Ахмедов. Мухриддин. Сали Углы. Угу. Страна. Узбекистан. Город. Самарканд. Угу. Возраст. 22. 22. Где служил? Нигде. ЧВК. Да, ЧВК. Как называется ЧВК? Редут. Кем был, в каком подразделении? Минометная батарея. Какой миномет? 120. 120 миномет. Угу. Что еще скажешь? Откуда ехали? Не знаю название. Балаклея? Не знаю, честно. Как тебя сюда привезли? На чем? На КамАЗ. Еще с тобой из Узбекистана кто-то был? Да, один парень был. Угу. Ты в России жил? Да. В каком городе? В Москве. Как попал в ЧВК? Как додумался до этого вообще? Студент. Студент, может быть, бабки, да? Да. Плюс.